Добрый вечер, клуб. Добрый вечер, уважаемая публика. Сразу две хороших новости. Первое. Матч России-Азербайджан закончился со счетом 1-0 в нашу пользу. Гол на 84-й минуте с пенальти забил Роман Широк. И вторая, я думаю, более приятная для нас новость. Сегодня дебютный концерт супергруппы Orbit Project. О группе в целом и о каждой из прекрасных музыкантов, в него входящих в этот проект, я могу говорить долго, но с их разрешения скажу, пожалуй, самое главное, то, что следует запомнить вам, уважаемая публика. А именно, директором проекта Orbit Project является самый младший музыкант в группе Петр Андреевич Ившин. В его руководящей карьере это первый проект такого калибра. Директор он нисколько не номинальный, потому что несколько раз мне приходилось по достаточно важным вопросам звонить коллегам Петра по проекту, и я всегда получал в ответ так, мол, и так. Но лучше всего тебе задать этот вопрос Петру, поскольку он у нас главный. И в этом ответе не было нисколько спехотехники. Было только уважение к Петру Андреевичу, которому я и передаю слово. Дорогие друзья, добрый вечер. Для меня большое удовольствие сегодня презентовать здесь свой проект. Я очень долго думал о его создании. И, ну, чтобы не говорить долго на эту тему, я буду приглашать музыкантов по отдельности на эту сцену. Проект называется Orbit Project. Название его такое, потому что каждый из участников этого коллектива имеет свой собственный проект. И так сложилось, что вместе с каждым из этих проектов я играю. То есть я принимаю участие в каждом из этих проектов. Я буду приглашать музыкантов на сцену. Сегодня на саксофоне для вас играет Анна Королева. На сцену похлопайте еще раз, пожалуйста. На скрипке Феликс Лохути. На клавишах мой давний коллега и друг Дмитрий Лугзин. И на бас-гитаре не менее давний партнер, не менее больше друг Антон Горбунов. Мы будем играть пьесы каждого из нас. Вот каким-то образом нам удалось компоновать программу. И первую пьесу, которую мы сыграем, написал Дмитрий Лугдин. Она называется «Facebook».
Thank you.
Спасибо большое. Это была композиция, написанная Дмитрием Лобзиным, она называлась «Facebook». А теперь мы исполним композицию, которую написал Феликс Лахути. И эта пьеса называется... Не пьеса, вернее, да. Композиция. Называется «Лесная песня».
Спасибо большое. Следующая песня. Да, песня. Это будет песня. И ее написала Аня Королева. Она называется «I care about you». Я беспокоюсь за тебя. Думаю, здесь излишний комментарий. Я беспокоюсь за тебя. Не нужно. Не надо.
Анна Королева. Ваши аплодисменты. Спасибо. Следующая композиция тоже медленная, но немножко другого характера. Я даже сказал, совсем другого характера, но тоже медленная. Ее написал Феликс Лахути, и она называется «Поиски». Thank you.
Спасибо большое. Теперь по пути поиска. И в завершение нашего первого отделения мы сыграем пьесу, которую написал наш прекрасный, фантастический бас-гитарист Антон Горбунов. Она посвящена... Да-да-да. Похлопайте, похлопайте. Ему будет приятно. Пьеса посвящена всем известным таким вот музыкантам, как Майлз Дэвис, как, ну не буду перечислять, но все, кто любит эту музыку, знают, о ком будет речь, как Феликсу, допустим, да, как они. Вот, которые оставили след вот в этой самой музыке, которую мы сейчас имеем честь для вас исполнять в этом стиле музыки. Пьеса называется «След», Антон Горбунов. Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Это была пьеса Антона Горбунова, которая называлась «След». Хочу представить состав. Антон Горбунов, бас-гитара. Феликс Лохути, электроскрипка. Анна Королева, саксофон, вокал. Дмитрий Лугин, клавиши, рода, фортепиано. Меня зовут Петр Ившин, я играю на барабанах. Спасибо большое. Этот Ившин! Мы сделаем небольшой перерыв и к вам вернемся. Спасибо. Спасибо большое. Мы начинаем наше второе отделение. Но перед тем, как его начать, я бы хотел сказать, что все участники этой группы имеют свои альбомы, которые им помогла записать прекрасная компания Artbeat, этот лейбл, который помог всем нам реализовать свои идеи творческие. И если у вас есть желание, вы можете приобрести диски, которые находятся вот здесь, вот, по мою правую руку, на стенде. Я хочу поблагодарить Сергея Халина за тот фантастический вклад, который он внес и вносит в наше творчество, в то, что он верит в нас, и мы ему очень благодарны обязательно. Я попрошу вас поаплодировать этому. Огромное спасибо. Мы начинаем наше второе отделение с композиции, которую написал Феликс Лохути. Она называется «Ориентальный рэп». Thank you.
такое. Yeah.
Теперь с тобой композиция «Ориентальный рэп». Следующую композицию написал я, и я сегодня хочу, да и не только сегодня, а вообще я хочу ее посвятить одному, пожалуй, из тех барабанщиков, которые оказали на меня, наверное, самое сильное, ну, одно из самых сильных впечатлений. Это великий Тони Уильямс. Вот, я даже вот в этой песне специально немножко изменю свою манеру игры, потому что мне хочется сыграть ее именно в его стиле. Вот, потому что я был всегда под большим впечатлением от него и изучал его игру, слушал его записи. Здесь будет два барабанных соло. Первое я хочу сыграть именно в его стиле, и в конце пьесы я уже сыграю немножко так, как играю я. К сожалению, его очень рано не стало, ему было всего 51 год. Виной тому, ну, наверное, у всех у нас есть какие-то свои зависимости, вот, которые очень часто приводят нас к не самым лучшим окончаниям. Вот. Пьеса, которую я написал, называется «Addicted to Fall in Love», что в переводе означает «зависимость от влюбленности». Thank you.
Спасибо большое. Мы начинаем наше второе отделение. Но перед тем, как его начать, я бы хотел сказать, что все участники этой группы имеют свои альбомы, которые им помогла записать прекрасная компания Artbeat, этот лейбл, который помог всем нам реализовать свои идеи творческие. И если у вас есть желание, вы можете приобрести диски, которые находятся вот здесь вот по мою правую руку на стенде. Я хочу поблагодарить Сергея Халина за тот фантастический вклад, который он внес и вносит в наше творчество, в то, что он верит в нас, и мы ему очень благодарны обязательно. Я попрошу вас поаплодировать этому. Огромное спасибо. Мы начинаем наше второе отделение с композиции, которую написал Феликс Лахути. Она называется «Ориентальный рэп». Thank you.
Ориентальный рэп. Следующую композицию написал я, и я сегодня хочу, да и не только сегодня, а вообще хочу ее посвятить одному, пожалуй, из тех барабанщиков, которые оказали на меня, наверное, самое сильное, ну, одно из самых сильных впечатлений. Это великий Тони Уильямс. Вот, я даже вот в этой песне специально немножко изменю свою манеру игры, потому что мне хочется сыграть ее именно в его стиле. Вот, потому что я был всегда под большим впечатлением от него и изучал его игру, слушал его записи. Здесь будет два барабанных соло. Первое я хочу сыграть именно в его стиле, и в конце пьесы я уже сыграю немножко так, как играю я. К сожалению, его очень рано не стало, ему было всего 51 год. Виной тому, ну, наверное, у всех у нас есть какие-то свои зависимости, вот, которые очень часто
приводит нас к не самым лучшим окончаниям. Вот. Пьеса, которую я написал, называется «Addicted to Fall in Love», что в переводе означает «зависимость от влюбленности».